Всем привет! Сегодня последний день апреля 2019 года. Мы буквально вот час назад таки прикатили к моей свекрови в замечательный город Чебоксары, разложили вещи. И я решила заодно показать, что я привезла с собой. Практически, наверное, озаглавлю это видео «Косметичка на первую декаду мая», потому что сегодня и по 9 мая включительно вот то, что мы увидим, это та косметика и средства для ухода за собой, что я прихватила из дома. Вполне вероятно, что здесь я еще что-нибудь себе докуплю. Это практически 99% вероятности, потому что в Чебоксарах есть у нас тут рядом с домом очень мне нравящийся магазинчик, и, может быть, я туда схожу с камерой. Ладно, экономим время. Начинаем по порядку. Итак, со мной в сумочке в машине сегодня около 8 часов ехали вот эти салфетки. Взяла именно для интимной гигиены, потому что, ну, пойдут и туда, и для рук, мало ли что случится. Чуть-чуть мы их поизрасходовали. Косметичка со мной в сумочке прям в машине была тощенькая. В ней вот такая убивашечка-добивашечка. Почти уже пустой, вот там чуть-чуть на донышке осталось, пролабовский бальзам для губ. Ну, не знаю, бальзам, не бальзам. По-моему, он вот абсолютно такой, как многие прозрачные блески для губ. То есть вот прозрачный, густой, липкий блеск для губ и какого-то вау-ухаживающего, вау-увлажняющего или вау-наполняющего эффекта я за все использование от него не увидела. Начала его в 2018 году, добью здесь. Не знаю даже, брать ли в пустые баночки за год или выкинуть. Вообще мы сейчас увидим много добивашек, я специально так все выбирала. Так, еще прям вот перед выходом ночью в машину я осознала, что у меня валяется ряд пробничков, уже открытых и неиспользованных. Это Avon Eve Confidence, My Destiny Oriflame, Волшебство Пачули, это Новая Заря. И, по-моему, тут еще что-то должно валяться или не валяется. Да-да-да, валяется. Тоже, по-моему, это какой-то аромат из серии Eve. А, Eve Elegance. Решила их взять с собой на всякий случай. Места много не занимают, но вдруг какой-нибудь использую, проникнусь к нему. Волшебство Пачули у меня, кстати, была после этого пробника еще небольшая 15-миллилитровая упаковка. В какую-то зиму я усиленно пользовалась этими духами. Oriflame Destiny и ароматы Eve как-то вот, не могу сказать, что они мне чем-то категорически не нравятся. Нет, они вполне приятные. Ну вот тот эффект, когда вот не цепляет. Да, ничего плохого не скажешь, но не цепляет. Учитывая, что у нас погода повернула на лето, пудру от Estrade, которую я показывала в прошлой косметичке, я заменила на вот такую пудру потемней Super CC от Physicians Formula. У нее SPF 30, тон Light Medium. Покупала я ее в свое время, наверное, не в 18-м, а все-таки в 17-м году на сайте iHerb в наборчике. То есть еще есть у меня от нее тональный крем, он не закончился, и консилер, которому не суждено закончиться. Пудра, вот так вот я ее наношу, как минеральную. Кстати, очень многие пудры, нетитрованные, как минеральные, можно наносить вот так кабуки, и получается эффект шлифовки кожи ровного тона, без лишнего кремового покрытия. Да, возвращаясь к наборчику. Консилер из него я, наверное, никогда не использую, потому что он очень темный. А вот тональник ждет моей поездки к морю. Так, эту косметичку мы всю посмотрели. Также в последний момент я схватила топовое покрытие для ногтей, чтобы не нарушать свой год без покупки декоративных покрытий. На ногтях у меня сейчас просто вот лак, какой-то стародревний из Avon, просто база и топ от Sally Hansen и чуть-чуть вот
Сейчас освещение не позволяет, не видно, чуть-чуть блесточек сама наносила. Уже он обдирается, ему 2 дня, поэтому просто сниму, скорее всего, сделаю блестящий слой. Так, теперь, раз мы все-таки идем по декоративке, сейчас будет нечто страшное. Я открываю вот такого тиранозавра моей косметической истории. Есть тут у меня расчесочка под Tangle Teaser, пусть она полежит. На нас вылетает сразу моя другая добивашка Art Visage, суперфиксирующий гель для ресниц. Он у меня, как у большинства, видите, испоганился, из прозрачного стал не пойми каким. С бровями мне тьфу-тьфу повезло, поэтому никаких карандашей, помад или еще чего-то вы у меня не увидите. Дома я уже выставила на туалетный столик такой свеженький, а здесь этим попользуюсь и кину его в урну. Так, вот еще я сунула, оказывается, маленький Вов лак для ногтей. Нравятся мне лаки из этой серии. У меня их есть штук 6. Вот, наверное, тоже успею здесь им воспользоваться. Вот что значит собираться между двумя работами поздно ночью. Сама не помню, чего напихала. Вот, собственно, что еще напихала. Max Factor Lipfinity. Могу сказать много всего хорошего. Привычки у меня постоянные красить губы и перекрашивать по много раз в день помадами в пулях. Так с детства и не сформировалось. Не сформировалось в юности. И вот в начале зрелости меня покорила эта палеточка. Сейчас буду показывать сводчики. Я их уже где-то когда-то показывала, но повторение мать учения. Это палетка цвета нюд. Вот. Цвета меня в ней просто покорили. А главное, что меня заставило взять ее с собой в коротенькую поездочку на 10 дней. Вот обалденные нюдовые цвета. То, что мои любящие пересыхать губы после нанесения вот что родного праймера из этой палетки, что вот такого праймера от Faberlic, уже становятся гораздо более гладкими, более ровными. А вот после нанесения именно цветного слоя получается эффект, вот не знаю, как описать, как будто вот губы стали пухлее, причем от любого цвета. И нанесение топа, вот напоминаю, в этой палеточке 2 финиша у меня, видите, и пользуюсь все-таки, они подзаляпаны уже, вот, чтобы было хорошо видно. Это я наношу блестящий финиш. Вот сейчас у меня дневное освещение от окна не сильно блестит, при искусственном блестит заметно. А это матовый финиш, вот на морковный его давайте нанесем. Вот. Видите, вот так вот одно бликует блесточками мелкими, второе матовое. Соответственно, безграничное пространство для фантазии. Вот, что я и говорила, цвет 03 нюц, сделано в Германии. Годности аж до 21 года, масса 12 грамм. Полюбила эту палетку, нравится ей красить губы, причем с таким нанесением в 3 слоя это все выдерживает легкий перекус. Если прям совсем в жирную курицу не вгрызаться, то все отлично, просто носится замечательно. Так, это я знаю, все хотят увидеть, отложу на потом. Еще 2 мои большие добивашки. Это программа укрепления волос сыворотка. Сыворотка несмываемая. Периодически, особенно где-то на 2-й день после мытья, мне надо добавлять такие средства, чтобы волосы лучше расчесались и не перепутывались. Ее тут осталось совсем вот на донышке, так что мне воды придется доливать, чтобы ее добить, и тоже назад домой баночка не вернется, я ее выкину. Вторая моя добивашка, тут написано концентрат для лица, лифтинг и все такое. Но это мой фаворит, экспресс ухода за очень сухой шелушащейся кутикулой. Видите, гелик. Абсолютно прозрачный, абсолютно водный. Просто обалденно, моментально напитывает сухую кутикулу. Вот, наверное, даже видно, какая она у меня сухая после поездки, так такой длительной.
и моментально впитывается. Можно сразу идти с кем-то здороваться, можно браться за бумаги, можно браться за что угодно, за кнопки, за гаджеты. Все супер. Так, сотру сводчи помады. Вынулась одна салфеточка. Так, стираю сводчи. Это вылез мой аксессуар для волос. Аксессуар handmade. Зашла я как-то ближе к лету, к прошлому или к позапрошлому, в швейный магазин. Увидела прикольных тесемочек, прикупила минимальные отрезы, а моя мама вот на досуге мне к ним пришила резиночки. Вот ношу такие аксессуарчики теперь регулярно. Так, старая зубная щетка, наверное, я ее с прошлых поездок не убрала, потому что всей семье взяла новые. Так, ты кто? Вот, еще одна моя супер добивашечка. Смотрите внимательно в это... Надпись 3D ретинол с маслом Цубаки. Использовала под глаза. То ли у меня под глазами все хорошо и все красиво, и вау-эффекта не было. Только один раз попробовала нанести на ночь на пересохшую треснутую губу. Вот тут вау-эффект увидела. Поэтому основное свойство у меня этого средства — уход за губами. Вот тоже тут такой совсем нежирный приятный гелик. Вот его наношу на губы, а сверху, я вам сейчас сразу покажу. Вот, узнаете баночку? Это из-под вот такой же реноважевской маски, быстро мной смазанной баночка. В ней, вот моя любовь, моя печаль, это самопальная моя смесь масла ши, масла органы и облепихового масла. Если бы у меня был дома еще жидкий раствор депантенола, я бы его добавила. Такие масляные смеси, они чуть-чуть водорастворимых витаминков удерживают. Вот, это моя смесь, она и для реанимации кутикулы, и для реанимации губ. Там сейчас за кадрами я и губы себе намазала. Часик посижу дома, потом пойду закупать собаке еду. Соответственно, у меня все придет в себя. Вот, баночка мне очень от реноважевской масочки понравилась. Содрала с нее все надписи. Теперь у меня в ней живет моя масляная смесь. И вместе вот с таким чудесным продуктом от Белиты, маска-филлер для век против морщин, реанимирует мне вот то губы. А вот совместно с такой сывороткой концентрат для лица еще и кутикулу. Тут размыт ценник, но поверьте на слово, оба эти продукта в районе что-то 100 с небольшим рублей, а можно найти и дешевле. Ладно, то сразу и маску Реноваж покажу. В обзорах своих заказов говорила, брала по срокам годности, в мае заканчивается. Ну вот, если каждый вечер мазать на руки, сами видите, ничего не останется. Что мне больше всего в этой маске понравилось, так это запах. Просто запах настолько обалденный, парфюмерный. Я вот присоединяюсь ко всем, кто писал, что... или где-то рассказывал в своих влогах, что вот не отказался бы от парфюма с таким запахом. Мне настолько вот нравится засыпать с этим запахом на руках. Я просто эту маску наношу и, вопреки инструкции, ничего не смываю. В руки она у меня всасывается полностью, буквально за считанные минуты. На лице у меня кожа гораздо более жирная. Там нет, там так все не всасывается, там надо идти смывать. Лет мне 35, маска для возраста 50+. Ну вот судите сами, вот руки ее усасывают полностью и просят еще. Так что увижу ее на больших скидках и на каких-то распродажах, прям вот еще куплю. Очень понравилось, очень довольна. Так, ну эту тубу вы видели. Здесь мои обычные дежурные кисти, бегающие со мной по всяким дежурствам, работам, субботам. Решила их взять как проверенных товарищей. Так, наверное, даже повернем. Порассказываю, что у меня здесь. Это спонжик от Real Techniques.
чуть-чуть уже поюзанный, буду его здесь юзать. Вот. Оригинальные спонжики от Real Technique имеют вот такое выбитое клеймо RT. И вот R зарегистрированная марка. Всегда на всех спонжах от Real Technique вот этот знак, его четко видно. Это я рассказываю к тому, что и вот здесь... В магазинах, ну, здесь имеется в виду, в Чебоксарах, не сетевых, я видела масса кистей и спонжей с пометкой Real Technique, но как-то вызывавших сомнений. И на AliExpress появились типа оригинальные, типа Real Technique, всякие спонжи и кисти, достаточно давно, по ценам, близким к оригиналу на iHerb. Ну, вот тоже как-то вызывает вопросы, вряд ли это оригинал, лучше уж взять на iHerb. Так, ладно, свою самую любимую тушь от Faberlic я забыла, взяла это 5470. Кто забыл... А, нет, это даже не тушь. То есть я еще, может быть, и без туши приехала, девочки. Вот, я думала, я беру тушь, ту, которая у нас вот off, которая недоразумение, осыпающаяся. Девочки, давайте смеяться вместе. Вот что значит собираться поздно ночью. Вот, еще заранее собиралась. В итоге обе туши и забыла. Хорошо, со мной здесь основа под тушь. Поэтому, видимо... Так, завтра 1 мая, завтра же все могут не работать. Видимо, я сегодня сейчас пойду не только за едой собаки, но еще и себе за тушью. 5470, основа под тушь от Faberlic. Пользуюсь ей редко, соответственно, от какого-то вау-ухаживающем эффекте говорить не приходится, но реснички разделяет, утолщает. Это да. 44-166, тинт для губ. Очень он мне понравился. Понравился тем, что легко наносится, растирается пальчиком. И так чуть-чуть добавляет оттенка губам и очень-очень стойкий. Очень стойкий. То есть я, может быть, даже сейчас вот через час на улицу пойду с этим цветовым ягодным пятном. Но на моих губах этот тут ягодный цвет, сливаясь с моим родным пигментом, выглядит очень натурально и прям вот мне нравится такая версия уходового средства для губ. Выгулять я с собой взяла свои три цветные подводки от Faberlic. 54-40 фиолетовая, 54-33 металлизированный голубой ближе к бирюзе, 54-41 металлизированный изумруд. Да, 40-я она матовая. Очень мне нравится, у меня есть отдельное посвященное им видео, так что посмотрите. Там сводчи на все эти цвета. Тональник я с собой сознательно не брала. Это я все-таки не забыла. Взяла вот такие два парных консилера. Здесь в цвете Light с обоих сторон два одинаковых бежевых цвета. Цвет светло-бежевый, считаю, подойдет в нашей стране многим на большую часть года. С противоположной стороны, вот здесь очень удачный зеленый такой фисташковый, ну даже где-то между мятным и фисташковым. А с этой стороны желтенький такой. Вот очень часто, если не высплюсь, под глаза я наношу точечку желтого, точечку бежевого. И тогда их смешиваю, получаю третий цвет. Смотрите, видите, какой он получился? Этот вот явно выглядит более розовым, чем тот, который получился. Вот как бы поймать камерой. Вроде ловят. По крайней мере, я сейчас через экран вижу это. И вот нравится мне так с ними играться в смешение цветов. Также, а, нет, тут пропорция не соблюдена. Но вот тоже можно получить вот такую смесь и на покраснение уже смесь наносить. И сверху притаптывать пудрой. Тогда получается просто вау-эффект. Этими двумя консилерами можно замаскировать, по-моему, все что угодно. Так, еще из декоративки у меня осталось два карандашика для слизистой. Относительно моя недавняя покупка от Essence. Это белый каял. Мне очень понравилась его стойкость. Вот он не очень ярко-белый,
абсолютно матовый, но на слизистой держится как что-то гораздо более дорогое. Единственное, что плохо точится, ломается в процессе заточки, поэтому покупала вот я его в марте. Ну, апрель, ладно, будем считать, закончился. Пользовалась не только им, но он заметно уменьшился. Вот. А это, по-моему, мой бесконечный карандаш. Я им довольно часто пользуюсь. Золотой песок, по-моему, так цвет называется. Артикул 5245. Устойчивость на слизистой у него меньше. Это Фаберлик, кто не понял. Артикул 5245. Он бежевый, слегка переливающийся. То есть, если бы я сейчас снимала при ярком искусственном освещении, мы бы увидели его перелив, а так он дает очень натуральное подсвечивание слизистой, скрывает красноту, но при этом не выглядит каким-то ненатуральным синим или еще каким-то. Для нюдовых макияжей это просто самое оно. Сейчас на 21-й минуте я, наверное, нажму на стоп. В косметичке у меня осталось буквально чуть-чуть кисточек, чуть-чуть средств, палетка и еще кое-что из уходовых приблуд, которые привезла с собой, хочу показать. Палетка большая, поэтому будет отдельное видео, часть вторая. Всем пока, не скучайте без меня, сейчас запишу.